Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Сегодня наша встреча пройдет на природе, на хорошо известном вам дачном участке. В этом сезоне мы очень мало разговаривали о растениях. Пришлось проводить неотложные ремонтно-строительные работы. А они требуют не только много времени, но и много сил. Порой за собой некогда поухаживать. Но короткие сюжетики я снимала. И в этом видео вы увидите многолетники – кустарниковые и травянистые, которые при минимальнейшем уходе радуют глаз своим внешним видом, длительным цветением и сохраняют свою привлекательность до глубокой осени. Эти растения вам хорошо знакомы. Они довольно часто встречаются и порой кажутся нам недостаточно оригинальными. Но позволю себе заметить, что ни в одной оригинальности счастья. И к тому же, все в этом мире относительно. Прогулка по цветущему саду не займет много времени, но доставит массу удовольствия. Приятного вам наслаждения природой!
Наша встреча подошла к концу. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если вам нравятся наши истории. А головне, пам'ятайте, в нас обов'язково все буде добре.